И, пожалуй, самая приятная на сегодня новость, ну, по крайней мере, для нас, сотрудников региона. Сегодня день рождения нашего телеканала. Ровно 26 лет назад в Оренбурге начал свою работу первый негосударственный канал «Регион». Вначале своим успехом телеканал был обязан немногим энтузиастам. Сегодня команда «Региона» — это десятки профессионалов. Мои коллеги не раз выигрывали всероссийские конкурсы и кинофестивали. Достаточно сказать, что «Регион» — единственный телеканал Оренбуржья, который трижды стал победителем самого престижного конкурса «ТЭФИ Регион». И трижды наши программы становились финалистами этого состязания. Но самая главная оценка для нас – выбор зрителей. Ведь именно для вас мы делаем программы – детские, документальные, художественные и просветительские. И, конечно, новости.